пятницу в Самарском регионе облачно, пасмурно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 18-20, ночью плюс 16-17. Ветер северный 2-3 метра в секунду. В Сызрани в дневное время пасмурно, небольшой дождь, плюс 20. Ночью облачно, плюс 16. Ветер северный 1-2 метра в секунду. В Тольятти днем плюс 21, пасмурно, дождь. Ночью плюс 17. Северо-западный ветер 2-5 метров в секунду. В Самаре днем пасмурно, плюс 21. Ночью плюс 16-18. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 55%. Температура воды в Волге плюс 19. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.